такая тележечка на колесиках в результате получилась. Полки из бэушного ДСП. Высота сантиметров, наверное, здесь по 30, по 40. Я уже не помню, я, наверное, все размеры говорил. Здесь можно положить очень много инструментов, очень много запчастей. Пока я набрал такой базовый наборчик из того, что есть. Здесь у нас универсальный ключ для снятия... Для снятия каретки и для снятия трещотки. Под кассету пока здесь ничего у нас нету. Все это в другом месте лежит. Правка ротора, самые базовые ключики, самые необходимые, не все, съемник звездочки, шило, от плоской отвертки, крестовая, большой ключ под шатуны, пару выжимок шатунов, это приспособа, чтобы поджимать при съеме каретки ключ, выжимка цепи, не пелечки откручивать, это у нас головка на 14, опять шатуны крутить, какие-то монтажечки, штанген, педальный ключ. Пока не все ключи, которые нужны. Еще тут 22-й нужен, чтобы вот эту штуку закручивать. Плоскогубцы, кусачки, другие кусачки, съемник замочков. И здесь у нас базовые наконечники на тросики и на рубашки. И, соответственно, силиконовая смазка, смазка цепи, размораживатель типа ВДшки и такая еще тоже смазочка. То есть вот базовый набор, чтобы ашаны, скажем так, чинить. Что здесь не хватает? Здесь не хватает, соответственно, съемника для кассеты с хлыстом, большого хлыста, чтобы коги-локи снимать, и уже дальше какой-то специфичный инструмент. То есть, в принципе, практически любой велосипед вот можно вот таким набором, наверное, починить. Я подумаю, что еще сюда можно добавить, потому что места, как вы видите, много. Полки большие. Сюда я хочу поставить большой лоток для обуви под размер, чтобы можно было грязные вещи на него класть, всякие запчасти и так далее. И будем подкладывать либо целлофан, либо тряпочку. У нас сегодня таинство сварки. Привезли огромную пачку профилей. Будем сейчас делать тележку инструментальную. Для того, чтобы весь наш инструмент разложить аккуратненько. Сейчас все в пачке собираем, чтобы сразу все это обваривать и подравнивать одинаково. Ну и что, получается вот такая у нас рамочка, все стянуто сейчас в один квадратик. Начали варить углы. Сварена тележка. Вес очень легкий, я думаю, что килограмм 5, наверное, она примерно весит. Потом, когда будут доски, я ее постараюсь весить целиком. 4 колесика, очень устойчивая, катается вообще идеально легко. То есть даже по любой, даже по неровной поверхности можно ее перемещать. Размеры у нас, сейчас я расскажу, какие. Исходили мы из размеров обычного туристического складного столика, потому что он показался нам удобным, мы с ним работали. И мы немножко их подкорректировали, поскольку у нас все профиля 3-метровые идут, соответственно... Длина каждого элемента у нас кратна 3 метрам. То есть вот эти вот стороны, длина стола 75. Соответственно, мы использовали вот несколько кусочков по 75, чтобы вместе получить 3 метра. Ширина у нас или глубина стола вот это вот 50 сантиметров, тоже, соответственно, кратно 3. И высота каждого элемента, то есть каждой полочки будущей, по 30. То есть все кратно 3 метрам, соответственно, вы можете взять размеры какие угодно, но мне показалось удобным, потому что вот я подхожу, и мне достаточно удобно тянуться. Здесь у нас будет полочка подвесная, где будут висеть разные ключи. Сейчас будем делать полки, и я покажу, что получится в итоге.